Доброго утра, у нас уже 7:30, я сейчас своей братве жарю оладики на кефире в этот раз. И вот оладочки получаются, вот они уже готовые, жареные, и вкусненькие, и тогда вот достаточно. Все, ребятки мои позавтракали, уже пошли на улицу, вот такая вот горка оладушков получилась. Очень прикольная, кстати, пышная. Теперь будет мои 5 минут тишины. Антоша, а что у тебя за тапки такие красивые? Это мамины коровки. Он в них еще падает. Нет! Не будешь падать? Они со мной не падают. Со мной. Мам, я кот в сапогах. Кот в сапогах? Афонька кушает оладики. Из дня. Это из дня. Вообще вали. Почами из дня дам ходить. Из дня. Это потому что страшная. Идей. Ой. Ой. Зачем ты туда закинул? Иди подними. Зачем ты туда закинул? А мы сегодня вяжем. Начинаем вот с укропчика. Сейчас будем работать. Мамуля сейчас придет. Да, ну иди, я тебе сейчас поправлю. Иди. Ты куда, Зая? Ну, давай. Только потом бабуле телефон принеси, хорошо? А где она? Нет, ну ты сюда на место положишь. А где она? Бабуля сейчас придет, она на огороде. А? Мама, чьи одеяло там качает? Ребята тут гуляют. На фоне тут гуляет. Антоха, как всегда, на качели. Это его любимая. А Гришка, как всегда, с автоматом. А я сейчас буду вязать морковку. Вот мамуля мне катит. Сейчас будем вязать морковочку. Вот она уже приехала. Такая прям подросла, да? Ага. Еще одна. Угу. Антош, покажи, что там у тебя. Ломовской Патрик и Матрик закрылся. Да? А, у Ломовского? Возле школы? Ну, даже в один. Ребята мои куда-то уже на огород пошли. Сейчас пойду их искать. Они тут дедули. Дедушка с морковкой. Решуль, неси его сюда. Пошлите там в игровые играть. Тут не нужно, сынок. Давайте его Всем привет! Мы вот так и сделали, и фотку сюда поставили. Скажи, ты Ваню на день рождения приглашаешь? Да. Мы вот так, за этот кофеем, фотку сюда поставили, и открыли опять. Скажи, Ваня, что, надо приезжать к тебе в гости? Да. Ну скажи, брат, приезжай ко мне в гости. Да, приезжай. Тебе сколько лет? Да, скажи, в субботу 4, да? Да, в субботу 4. Понятно. Мам, мы там, да? Гришуля, ты что делаешь? Крестик. Крестик? А зачем это? Ну, сделала небольшую палаточку. Угу. Это повадки. Модель. Это повадки.
Бабуля укропчик, да? А да, я хожу. Афоня заснул. А да, я. У меня наколочка. Ой, это что, наколочка поставила. А где ты взял? Который спит, да? Вот этот, который спит. Ты тот, который спал. Кто там проснулся? Заперли меня, гады. Ну хорошо, хоть уже сам, знаешь, вышел. Я... Да, да, да. Не плачь, да, вышел. Торопиться, тут слышат братья. Тише, тише, Афанасий спит, да? А тебя запищат. Бабушка, бабушка, не умеешь. Не надо, Афоня, нельзя. Гриш, вылазь оттуда и гуляйте с Афоней, а то он уже лезет, он и до морковки. Идите в комнату с ним погулять. Идите в комнату, уже там жарище, идите. А компьютер? Афоня, а что ты плакал? А что ты плакал, сынок? Расскажи. Ты подрался с Антошей? Ты уже подрался? А как ты дрался? Покажи. Так, сиди, ты босиком сиди. А-на-на, а-на-на. То он же только сюда и хочет же вырываться. Он же проснулся, вышел же сам. Да. И доволен, да, что спал, дошел, я босиком я вышел. Расхаживается, да? И куда ты собрался, герой? Аккуратно. Держись, нельзя так. Девушка, ну держи его. Понял, уже сам пьет воду. Основное мясо там. Ой, чудо. Чего? Ты выходи. А. Что случилось, сынок? Ну, говори. Да? Да. А? Кого? Выставится видео. Сейчас мы кушать и спать же идем. А почему, Антош, ты сегодня куда идешь? А танчу, танчу. Ты рад? Танцуй! А ну вместе станцуйте. Нет! Это танец древних в пустыне. Кого? Ну и что, он ел? Все, ложите. Это да. Все мое. Мужчина требует поесть. Дайте мне что-нибудь, хоть одну крошку. Гриша, не притворяйся. А у нас сегодня на обед вот такое вот картошка в рукаве с мяском и с базиликом и с укропом. Ну что, все заснули, мы пообедали, все легли спать, сижу я. С Афанасием пошел Афоню уложить. И Гришка с Антошкой, по-моему, тоже заснули. Ну, Гришка-то спит-то у нас-то как мужик. Мужик наш. Антошка вообще, конечно, это чудо. Как он спит, это вообще. Антоха каждый раз как-нибудь ляжется, а я пока тут убираюсь. Сейчас вот убралась на весь на одной полке, все поставила коробку Тейвон с
мусором. Тут кое-какую обувь вообще уже выкинуть надо. Так что сейчас немножко убираюсь, пока все спят. Вот у нас, гляньте, какая классная копилка. Собака вообще, глаза у нее вообще потрясающие. У нас почему-то, правда, оранжевый. Но она вообще как настоящая. А Фуня проснулся. Скажи, деда. Что ты делаешь? Нельзя это. А ты до дедушки хочешь пройти? Надо тогда отодвинуть щавелек. Ну что там, мальчики? Дай, мальчики дай, спят. Сегодня ждешь Антоша на танцы. Ты знал? Что, ехать? Да, к 4 часам. Да. А Фаня, дай мне укусить. Дедушке дай. Деду дай, деда, деду дай. Дедушке дай, дедушке. К 4, так я же уже его будить надо. Вкусная получилась сегодня пышечка. Прям пышная, да? Оладичек. Гриша, да, он же с Афонией будет. Мы будем здесь завещать. Все, мы едем, сыночек. Иди садись, я сейчас ворота открою, хорошо? Христофор вот что-то. А, он набирает в дом, наверное, на полы гравий теперь. Мы все так же на танцы. Антоша сам себе купил воду, да? Надо с водичкой приходить. Все туда же, в наш дом культуры. Тоже на танцы, да? Ну, рассказывай, ты не остался на танцах? Испугался? Не захотел? Моей гаса, вот и хочу. А, просто ты не испугался, ты просто не захотел, да? Понятно. Ну, ничего страшного, да? Затворачиваю. Да? Ясно, у нас вон малину принимают. Это мы заехали сейчас в Сангистиль. Вот как тут ящички, вот тут ящики уже с лукошками, с малинкой. И дрова еще продают. Какие еще дрова? Обычные дрова. Необычные. Мы с Антохой за рулем, да, Антош? Расскажи, ты за рулем? Вот так сюда, так расскажи. За рулем? Да. Ну и как, тебе нравится? Давай ты сам, хорошо? Антох, ну улыбнись, расскажи. Как тебе ехать за рулем? Нормально? Да. Ты не боишься? Страшно, да? Нет? Мой зайчик. Ты смотришь вперед, куда надо смотреть вообще? На дорогу? Дорогу. Ну и как тебе видно дорогу? Только. Травку и дорогу. И травку видно, да? Понятно. Мы уже на хутор приехали, заехали в магазин, скажи, что мы купили пряничков, да? Печенье, творожок. Что еще купили? Таблетки, кстати, для посудомоечных машин купили. Финиш. Взяли. А я сам еще добавила. Сам отсюда страшно, да? Я с папой сюда сам заворачиваю. Сам даже? Да. Заворачиваем. Потом, когда машина уже повернет, тогда надо руль уже обратно, да, крутить? Чтобы она опять ровненько ехала, да? Маме я не заехала потом. С папой заехали? Мы чего заехали? Заехали? Потому что ты неправильно ехал, да? Сегодня ты правильно едешь? Хорошо. Сейчас быстренько покажу вам наши покупочки. Молоко, коровка, сгущенка в смысле. Мягкую взяла. А перец черный молотый, вот такой вот. Солнечный остров. Мне прям очень нравится. У нас он стоит 95 рублей. Творога 200 граммов. Пряники вот такие вот коричневые, сырок и сметанка, еще печеньки вот такие как животные, ну они такие своеобразные животные, знаете ли, в общем такие, совсем тут две жменьки, чуть-чуть,
майонез провансаль МЖК. Шебекинские бабочки, ну вообще бантики, да? 3 пакета молока. Сейчас будешь, да? Так, дальше что у нас еще? Фольга. Вот такие вот финиш таблетки. 26 штук. А у меня вода. А у тебя вода, да. И еще корм коту. Антоша выбрал маленький, да? А завтра басовый. Ну и что но тут за мальчик? Больше. Конечно. Орал тут как ненормально. А чего это? Есть хотел? Так я же его кормила. Ты же, наверное, с ним же не гулял. Я гулял. Ну что, я сейчас уже буду вязать щавель. Дети сейчас в комнате с... Дети сами с собой, в общем. Гришка с Антошкой и с Афонькой гуляют в игры, в игрушки. И я сейчас буду вязать щавель. Родители сейчас там, мама кинзу, папа еще что-то там, морковку, наверное. Вот. Так что, в общем, продолжаем работать. Антошка не захотел остаться на танцах, потому что, не знаю, увидел, что там все его девчонки, как-то застеснялся, испугался. То есть там-то ходят все одни и те же, которые ходили и в том году, когда он ходил. Вот, поэтому он застеснялся. Ну, я не стала его насиловать, мучить. Сказала, значит, поехали домой, раз не хочешь. Вот, заехали в Сан-Гистин, купили там эти... таблетки для посудомоечной машины. И, в общем-то, за продуктами быстренько и домой. Мы тут с папулей перетягиваем Gold Spray. Golden Spray, или как он там правильно называется. Ты тут после дождей, вот гляньте, какая корка. Не знаю, даже видно, тут оно что поливается. Мамуля вяжет кинзу, да, мам? 15 штук тебе? Бабка просила 30, но может сколько сделать. Ага, ясно. И тут это вышел. И тут это вышел. А, человек. Человек. Два уха. Человек. Афонечка. Привет, зови Гриша. Зови Гришу, зови. Где Гриша? Ага, сынок. Гриш! Гриша! Всем приятного аппетита! Ага. Да-да! Да-да! Ну что, пока мои ребята кушают, я тут довязываю сейчас щавель. Мама тут уже базилик. Роган, базилик фиолетовый у нас. Мама уже что, собирает малину, и я сейчас иду. Зай, ты тут будешь? А-а-а. Мамуля, дедушке Ване. Помаши привет. Тетя Наташа вдруг будет смотреть. Угу, да, тетя Наташа. Это вам малинка, да? Угу. Вы сегодня вечером им ночью закинь. Да, сегодня я позвоню им. Ну, пока. Все, мамуля с папулей домой. Да, да, мамуль, я закрою ворота. Ребята гуляют. Thank you.
Так, ну что, сейчас пойду выводить детей гулять на улицу. Хотела быстренько вам сказать, что... что, короче говоря, к нам гости не придут. Мы решили немножечко... Ой, сейчас кататься не буду, чтобы не расфокусировалась. Мы решили немножечко отдохнуть, не отмечать день рождения. Поедем в Ейск. Не знаю, или завтра, или послезавтра. Вот, и Антохе там день рождения, в общем, на море поедем, покупаемся на Азовское, в парк. Мы вообще любим такое дело с детьми, то есть я тоже так отдохну, не буду готовить ничего кушать, да. Поэтому я вообще люблю в Ейск ездить, если вы еще не знаете, то я вообще обожаю к Сережиным родителям. Потому что не нужно готовить кушать. Я вообще люблю готовить есть, но, знаете, и люблю, и не готовить есть. Вот поэтому Сижуня сказал, что поедем. Тем более, вроде бы, у дедушки Лёши отпуск, и на неделю его отпускают. И он, мы оставим тогда детей, и потом, получится, на следующие выходные поедем либо также все вместе, либо просто Сижуня их одним днем поедет, заберет, посмотрим, как там у него с работой. Женева там уже просится, вы слышите, как гуляет? Она со второго этажа туда-сюда бегает. Вот, и мы, в общем, поедем в Ейск. Так что, Ваня, мы приедем к тебе. И, кстати, завтра у Виталика день рождения. Я даже не знаю, сколько ему лет, представляете? Вот, и я думаю, вечером мы его поздравим, потому что уже как раз это видео выйдет именно завтра. И поэтому... Мы приедем, я думаю, что все равно в Камышеватку-то поедем. Антоха вообще рад, он очень счастлив, что поедем на море, он прям супер-пупер счастлив. Я, честно, в каких-то сомнениях, я не знаю, мы всегда привыкли, что у нас гости. Сейчас буду звонить всем, говорить, что у нас гостей не будет, мы никого не ждем, мы поедем в Ейск. Честно, мы как-то, ну, в основном мы всегда отмечаем день рождения. Это первое, наверное, когда мы прям не отмечаем. Вообще, я такая в шоке просто немножко нахожусь. Я обычно всем звоню, приглашаю, а тут всех звонить не приглашать, поэтому сейчас буду звонить. Вот так вот, такие у нас новости. Вязали, вязали сегодня, завтра опять будем вязать. Сейчас собрали немножко с мамой малины, потому что творога купили, сделаем себе. Что-то типа йогурта, как я называю детям, это малиновая растишка. Вот со сметаной, и с творожком, и с малинкой. И сейчас, в общем, выйдем, прогуляемся. У нас тут опять тучи, но вроде бы я посмотрела прогноз. Должно быть хорошо, тепло на выходных. Будем надеяться, что действительно так и будет. Я прям очень этого хочу. Поэтому, скорее всего, видео не будет. Я еще забыла вот что сказать вам. Простите меня, пожалуйста, кто живет не в России. Я постараюсь убрать музыку, которая мешает, то есть заблокированы видео первого и второго. Вот это проводы в армию и где мы в военкомате. Ну, скорее всего, там не из-за военкомата заблокировано, а из-за праздника 50-летия детскому саду, потому что там на концерте была музыка. Честно, я не знаю, будет ли у меня сегодня время, но надеюсь, что после того, как мы приедем с Ейска, у меня будет время. Может быть, я в Ейске там зайду с ноутбука в свой аккаунт, как это называется, аккаунт, да, на YouTube, и там попробую что-то. Я могу ее просто удалить, ну, без звука поставить пока, чтобы вы посмотрели. То есть ничем ее не заменять, да, поставить без звука. Я попробую это сделать. Честно, я никогда этого не делала, потому что, ну, не монетизируется видео. Я как-то, честно, за монетизацией-то особо-то и не гонюсь. Я даже... Не знаю. Это вообще круто, конечно. Я думаю, что люди... я сейчас просто смотрю на свои, да, вот эти вот ваиры, да, в личном кабинете свои доходы, выплаты. Да, они как бы... Ну, для нашей семьи даже там эти 800, там, 1000 там, рублей, это, в принципе, просто так ниоткуда они тебе по башке-то не дадут. Это вообще классно. Ну... Блин, ну я снимаю для своего удовольствия, поэтому я для себя думала, что, ну, не монетизируется видео и не монетизируется, и что теперь? Ну, то есть, что я от этого? Ну, то есть, мне главное, чтобы вам нравилось. Но раз это не нельзя посмотреть в каких-то других странах,
Вот очень большое спасибо, что вы мне об этом написали. Я даже этого не знала. Я, честно, не знала даже, что меня смотрят с других стран. Я думала, ну, Восток, Дальний Восток, да, там Иркутская область. В общем, смотрят меня там. И все. Я даже не знала, что в других странах меня смотрят, поэтому я обязательно что-нибудь придумаю, да. А проводы в армию, конечно, там тоже была музыка, я думаю, что из-за этого заблокировано видео. Но я постараюсь, либо ее просто, чтобы без звука там эти моменты шли, да, я не думаю, что у меня все прям музыка заставлено, забанено. Но я попробую обязательно. Простите меня, пожалуйста. Не виновата я, просто такие видео. То есть обычные видео наши домашние, они без музыки, без всяких там песенок, поэтому их-то можно будет посмотреть. И честно, я сегодня Вовану, кстати, звонила. Вот, он еще на девятке, завтра им уже выдадут форму. А 4-го в субботу они, дядя Лёня должен на первый Краснодар поехать, должны проводить Вована на поезде. Он поедет же в Тулу. Представляете? Хотя ему, ну, вроде бы, как я поняла, что это так, что у него вообще должна быть 2-го, как это, контрольная комиссия, или как это называется. Вот, а ему позвонили, он как раз отдыхал на море, ему позвонили, что давай, приезжай, повестка на 1-е, и тогда ты попадешь в край, по-любому где-то в край будешь служить, то есть там так круто. А как оказалось, что нет, что его в Тулу ВДВ. Да, я ему сегодня звонила, так и есть, еще один мальчик, Саша Грицун, тоже. С Мышастовки тоже с Вованом в один день они призвались, и тоже его в Тулу, в ВДВ, поэтому он не один поедет. Это уже как бы прикольно, да, что и при том вместе даже с Мышастовки очень классно. Вот, поэтому в Тулу поедет, ребят, так что кто из Тулы, вас будут защищать нормальные ребята. По крайней мере, 2 из них точно. Пошла за детьми. Конечно. Малинка в ведерке в красном, там она, это, на, Афонь. Где? Малинка под навесом в красном ведерке, там, в большом красном. На, сыночек. Сынок, а ты куда, сынуля? Фунька ест смородину, ему так нравится уже, смотрите, вот она уже скоро прям совсем поспеет, красотень. Фося, как всегда, только Афоне давать под одной, понял, а то он это все жмакает, что? Валанчики потерялись. Как потерялись? Я серьезно. А где они могли потеряться? Только ж я видела, ну там на диване, где мы вяжем. Пойди посмотри. Фаня, Фоник, на. Фаня. Я послачу. Ну что, вкусно? Сынуля, ты же скажи Ване, что приезжать не надо. Скажи, Ваня, мы же приедем к тебе в гости. Мы же в Ейск поедем и в Камышеватку, да? Скажи Ване. Ване, не надо приезжать. Мы к тебе приедем. Да, жди нас, скажи, в субботу, да? Ничего он-то. По одной давай ему. Что, нету? Да, закат у нас сегодня, небо вообще, да, офигенное. Какое красивое. Охренеть вообще. Можно. Гриша, что это за слова? Так можно сказать. Так можно сказать, но когда тебе 20 или 18 лет, а не когда тебе 6 лет, Гриш. 6 лет я уже взрослее всех на свете. Да, конечно. Ну, прям, конечно. На ям сейчас ветер. А ну, стойте. Прохожие похожи на вот этого, да? На какого-нибудь там египтянина, да? Да,
хочу. А сейчас я вам станцую. Классный. Мам, давай с тобой песочницу. И я песочницу. Я пришла посмотреть, где тут Сержуня косит. Смотрите, эти две матрёны пришли за нами. Вернее, за мной. Ребята там в песке гуляют. Где тут моя братва гуляет? А. Ну и как? Ячмень надо. А, ячмень. Ага. То есть ячмень вот. Ага. А вот где я делаю. Ага. Здорово. Девушке вот. Лёше, наверное, понравится с дядей Виталиком, да? А наш... Что? Это не настоящий. Да? Очень жаль. Если бы было настоящее, вы бы его 100 лет... Нет, уже не будем, уже темно. Ты же видишь, уже темнеет. Мам, значит, смотри, ложу вот это. Беру песок. Афоня, не нужно брать песок в рот. Риш, посмотри на него. Афонька! Ты чудо какое-то. Афоня, мам, нельзя. Вот, вот так все, что... Афоня, нельзя, я сейчас тебе по рукам дам. А-на-на, а-на-на. Да, вот так выкидывай. Мам, а вот так вот я прочищаю. Угу. Мама, теперь я. Вот так я делаю. Достаточно. Это... Ну вот, вот так загибаю. Дорогу загибаю. А теперь ее давлю. А, и опять загибаю. И я на заботу. И вот. Угу. Загибаю. Так положи грабельки, не надо с ними ходить. Нет, так нельзя. Положи, Афоня. Вот так сел и гуляй с ними. Ты видела фотку? Видела. Глаза. Ну говори своему, как этому, зятьку, или как его называют? Какой зятек? А кто он? Ты зятек Папаня. А, Папаня, он зятек. Короче, Виталий, сегодня 2-е число. Завтра. Видео выходит завтра. Завтра у тебя день рождения. С днем рождения. Чтоб... Я даже не знаю, что тебе Виталик еще пожелать. У тебя вроде слушайте, бы... Оксанку. Да, Оксанку. Оксанка, пускай тебя слушается. А то голодная. И тогда вы заживете. Да. Счастье, чтоб все сбывалось, все было, что ты хочешь там... Чтоб да. Были деньги и не надо было платить кредит. Ну и все, что еще можно желать. Днем рождения. Днем варенья тебя, Виталик. Не слушай никого, не смотри наши видео. И, в общем, всего тебе хорошего. Того, чего ты сам хочешь. А, вот, в общем. Позвони, если не будешь смотреть наше видео. Да. А если будешь, то знай, что мы приедем. С камерой. Готовься. Худей. Ну все, на сегодня все. Всем пока. Всем до завтра, ребят. Хотя, может, завтра и не быть видео. Ну, завтра будет точно все известно. В общем, всем пока-пока.